замечательное место. Смотрите, какие виноградники. Сейчас пообещали мне провести экскурсию. Я вам все покажу. У нас тут сегодня пикник. В такой красоте будет. Начинают собираться гости. У нас сегодня такой вот маленький пикничок. Мы будем праздновать день рождения нашего друга Анатолия Йосиповича. И вот здесь нас пригласили на такой прекрасный виноградник. Здесь еще, конечно, ничего не построено, как бы дачки такой особой нет, но виноградник, конечно, шикарный. Вот такой виноград. Представляете, какая прелесть. Вот такие вот гроздья. Я решила немножечко пройтись и вам показать. Смотрите, это, конечно, что-то необыкновенное. Такой виноградище. Мы зашли в Святая Святых. Это винный погреб у хозяина. Он нам сейчас расскажет. Вот здоровается. Видите, как здоровается? Да, здоровается, перчаточка. Здоровается. Она надувается, да, потихонечку? Да, да. Угу. Когда она перестанет надуваться, все, да, то будет как вот это. Ага, будет тогда. Это уже, значит, готово, да, уже, если она лежит? Нет, я это переливал в этот самый, в бочках. Вот бочки, вот полная, вот полная. И ой, вот какие полная. Бочки огромные. Не огромные, всего 200 литров. Да ничего себе. Всего 200 литров. Так. Сейчас будем дегустировать. Чего? Кудря. А что такое кудря? Есть сорт такой, ага. Молдавский сорт. Ага. Поставьте, пожалуйста. Через руку получилось, да? Так. Не через руку, а на весу. Ой, какой цвет красивый. Ой, ой, обалденно, какой самый красивый цвет. Вино надо перелить в стекло. Приличный, хороший. Так. Можно еще вот сюда. Можешь полный налить. В общем, я сегодня в мужском коллективе. Можно даже сказать, так, коллективе коммунистического труда. Так получилось. Мишка, скажи слова, Мишка. Да сейчас мы налили. А, сказаться. Все налито? Да. Сейчас, вот, сейчас. Это другое. Вот сюда, мне сюда полный, пожалуйста. Ты что-то будешь пить говорить, я так понял. Поэтому я не знаю, как говорить, но пить точно буду. Она еще с молодой, ты, да? Тогда говори. Я не знаю. Не, ну с бутылки было не было. Добро пожаловать, дорогие гости. У нас экскурсия недорогая. Да. Валютная. Всего по 200 гривен. Мне всегда приятно заходить в этот погреб. Всегда приятно как бы вспоминать и почувствовать вот эту молдавскую такую, значит, ауру, что там такое. Очень приятно. И всегда приятно, что вам это нравится. Приезжайте, я вижу, что Сене это нравится. Я надеюсь, что когда дом уже будет стоять, мы будем здесь жить, его доставать со всех сторон. Вот. Ну а пока только будем пить вино в погребе. Да. Давай, за удачу. Я понял. Сорт называется цитронный магарач. Я вчера его убрал, не полностью, 4 куста. Уже вот в кадушке, уже через 3 дня будем сливать. Попробуйте, кому понравится, сейчас мы за столиком. Ну это винный сорт, есть столовый. Сладенький. Ой, какой виноград был, я привез. Вот этот домой, вот, наверное, на солнышке еще больше сладкий. Большим поклоном, она вообще... Кудря. Кудря, попробуйте. Не то. Вот тут. Вот этот синенький, который, да? Не синенький. Он белый, но с такой... С налетом, да? Оттенком, да. Ага. И вино такое. Тоже очень сладкий, вкусный. Ну, потому что уже подошел. Скоро будем снимать, убирать. Вот это тоже молдавский сорт. Называется Зайбер. Это немецкий. Зайберы. Немецкой коллекции. Такой красивый. Вся Молдавия раньше, лет 50-60. Но это терпкий немножечко. Только с такого винограда делали вино. Угу. Только с такого.
очень нежное такое получается вино и крепкое, до 16 грамм. Я прошу прощения, еще раз, да. Скажи, пожалуйста, название сорта. Зайбер. Зайбер, это же, да. Я с того раза не запомнил. Зайбер. Это дальше тоже идет вот кудря. Кудря запомнил. Кудря вот до конца. Тоже винный сорт, степной лауреат. Тоже очень вкусный. Вкусное вино выходит. Угу. И виноград сам по себе вкусный. Вкусный. И грозди крупные, и ягода крупная. Да. И мясистый такой, он такой густое вино выходит. Пропадает. А что такое? Вот это, ну, вот это слово, видишь, что? Вот так у нас пропадает. Не созрело полностью. Вот так и у меня весь виноград, дамский пальчик. Это болячка. Это болячка, да. Да. Это называется аидиум. Это брызгать надо? Да, обрабатывать. Ну, пообещала делать. Угу. Называется сорт «Красотка». А? Вот такой вкусный. Ой, очень вкусный. И такой интересный вкус. Угу. Это необыкновенный. «Красотка». Считай, Слава, запоминай. «Красотка». Ранний сорт. Элитный. Вот он. Вот длинненький. Он один из первых. Там виноградом хочет еще купить. Вот то, что собрано, можно оттуда брать или что-то? Да. Там белый и все, или какой-то он хочет из того. Только белый, да? Нет, есть и синий, есть и третий ряд оттуда. Какой вкусный! Это сорт называется Богатяновский. Богатяновский? Вот этот сорт Богатяновский, очень вкусный. Нет, мы все пробуем, прямо с грядки. Что упало? По-моему, я тут сейчас так напробуюсь этого винограда. Вкусно очень. Идем дальше. Пробуем. Но это чуть-чуть не такой сладкий, но вкусный. Сколько мы тут уже набрали. Давайте виноградика. Мою руку еще снимем, давайте, рука, кушайте, кстати, кушайте, Валерочка. Оу! Ой, какой красивый. Это уже почти созрело. Это уже почти созрело. Красота. О, подарок Запорожью. Вот так. Такой сорт. Сейчас покажу вам ближе. Вот такой вот подарок. Кеша. Кеша? Талисман, да. Кеша. Это как ваш попугай. Кеша. Кеша умер. А. У нас Яша. Яша. Полумускат. Полумускат. Розовая дымка. Розовая дымка. Красавец. Пробуем. Ну, вкус наш. Я уже наелась, честно сказать вам. Все наполняется и наполняется сортами разными. И все такое вкусное. Вот такой вот еще виноград. Уже почти полный ящик винограда. Это всех по одной гроздочке с каждого сорта. Но мы уже налопались. По чуть-чуть. И наелись. А вот этот, он еще не созрел. Видите, какие грозди. Обалденные. Вот такая вот красота. Я вам хочу сказать, он такой вкусный. Какой сорт он нам не дает. Все такие вкусные. Ну, что-то слажа, что-то терпче. Ну, все очень вкусные сорта. Уже полный ящик винограда. Уже никто не хочет пробовать, потому что просто все уже наелись. Вот такая у нас сегодня прогулочка виноградником. Это все находится под Харьковом. Хозяин сам молдаван. Он выращивает сам эти сорта. Продает этот виноград.
И вот мы приехали к нему в гости. Такой у нас здесь будет сегодня пикник. Это называется Аркадия. Аркадия, ага. Витя, ты пришел, ты самый стойкий. Да. Да. Я такой. Красавец. Это Аркадия, да? Не, ну это остатки. Это крупный, до 2 килограмма. Вы есть. Продаете его, да? Да. То есть люди остатки. Уже знают, приезжают, да? Да, да. Это остатки. А что почем? Ну, к примеру. Так, пробуем. 40 гривен килограмм. Ага. Вкусненько, очень вкусненько. Идем да. дальше. То же самое, да? Да, это полностью идет ряд Аркадий. У меня тут по рядкам идут сорта. А как вы вот новые кусты? Чтобы сделать новые да. кусты? Обрезается лоза. И три почки вниз или? Да, обрезается лоза и делаются чубуки. Садник, конечно, очень ухоженный. Вот посмотрите, хозяин говорит, что у него каждый ряд – это другой сорт винограда. Вот такая вот у него. Все очень ухожено. Ну, он в этом толк знает. Так что вот поделюсь и с вами вот этой красотой. Красотой, красотой. Все, идем дальше. Где бы вы такую еще бутылку увидели, ребятушки? Смотрите, какая прелесть. Так, Слава, я хочу, чтобы начали наш праздник с чачи. Цуйка, цуйка. Ой, это цуйка. Цуйка или цуйка? Ну тогда и я принесу. Вот такой подарок. Не горячись, подожди. Дай покушаем. Що фоскоп со скутурат мей. Гера поддерживает. А можно я? Да, да. Культус гербе. Я на то всем мастер голос гербе. И же второй куплет. А я его не знаю. Трамбафи, пилазыканти, без пятыца аниме. Сколько мне лет, да? Ну, а ты был. Белозайканти без пяты цаганы мы. Сколько мне лет? Я тебя люблю, но сколько мне лет? Фрунзай, фрунзай, ярбай, верди, чами битву, сымай перди. Чафос верди, савус ка. Чафос копсус кутурат.